На белорусской товарной бирже впервые прошли торги полимерными материалами и изделиями. Провели их по принципу обратного аукциона на понижение цены. Ангелина Казарцева наблюдала. Сегодня на белорусской бирже можно купить как отечественные, так и зарубежные товары из полимеров. Самые ходовые позиции – лотки, мешки, пакеты и контейнеры. Очень востребованы среди предприятий. На аукционе около 15 участников. Электронные торги прошли по принципу обратного аукциона – на понижение цены. К тому же предприятия смогли закупить сразу несколько групп нужных им товаров. Это и дешевле, и удобнее. На электронных торгах нет необходимости тем же покупателям формировать какие-то пакеты документов для организации конкурсных процедур, тендеров и так далее. Простота для поставщиков, они, приходя в одно место, готовы предложить широкому спектру потребителей свою продукцию. Среди основных покупателей заводы из Минска, Бреста и Гродно. В будущем присоединятся и компании из России и Казахстана. Сегодня с молотка ушло 10 тысяч полиэтиленовых пакетов и 6 тысяч квадратных метров пленки. Такие торги – эксперимент. Оценивают интерес продавцов и покупателей. В будущем аукционы планируют проводить дважды в неделю. Ангелина Казарцева, Алексей Мартынов, Мир 24.